Guten Tag, meine liebe Freunde. Автоответчик в студии. Сегодня мы ищем пути гуляния по Берлину. Итак. В Берлине надо хорошо отдохнуть. Ну, думаю, туда лучше с друзьями отправиться и получится. Очень просто. Берете баксы, едете туда. Вот, берете меня и отдыхайте вместе со мной. Покататься на речном трамвайчике, я считаю. Посмотреть чисто здание, архитектуру, зайти в музей разнообразные. Опера. Там очень потрясающие дома оперы, огромное количество библиотек, театров. Да, в Александерплац можно сходить в парк. В Берлине? Спешит разнать немецкую мову. С немцами пообщаться хоть. Послушайте, ты... Наверное, Октоберфест, если он там проводится. Гогол. Кто приехать в Германию, тот поиметь кляйный дойчий шницель. А если шницель идет к Магомеду, то Магомед идет к АДД. Второй крупнейший европейский универмаг. Продуктовый отдел там занимает площадь 2 футбольных поля. Основательно подкрепившись, идем смотреть на медведей. Как выяснилось, это символ Берлина, застрявших даже фонтанов. Если медведи начинают мычать и весело пританцовывать, значит пивасика уже хватит. Отправляемся на природку. Оказывается, в Берлине есть порядка 30 пляжей. Вот этот сайт создан специально для русскоязычных гостей города. Вам даже предложат фотоотчеты от посещения дворца Бельвю и аллеи Унтер ден Линден. А наш ответ на вопрос, как отдохнуть в Берлине, Sie müssen auf den Oktoberfest gehen. То есть отправляйтесь на Октоберфест, там и пивасик, и народ, и медведи. Смотрите, подписывайтесь, получайте интересные ответы, а сюда присылайте плюшевых медведей, и тогда вас будет плюшить и колбасить. С вами был Денис Жупник. Tschüss! Пока!